И как всегда по традиции, экстремальный прогноз погоды. Уже в первые выходные августа месяца ожидается похолодание. Температура воздуха ночью составит 13-19. Днем прогнозируется 23-28. И виной тому прохладные воздушные массы с Балтийского моря в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В начале следующей недели похолодание продолжится. И уже такой жары уже в ближайшее время ждать не стоит. Ну все, я погнал! Это супер.